Как восстановить пароль в ТикТоке? Как сделать так, чтобы вы опять смогли зайти в ТикТок? И как видите, когда вы заходите в ТикТок на свою страницу, вас перебрасывает на вот такое вот меню, где вы, мол, зайдите. Вы можете зайти через Google, через Facebook, ВК, Twitter и Instagram. Также зарегистрироваться. Это бывает, если вы там удалили ТикТок, либо же очистили кэш, все данные, или же ваш ТикТок удалился, да, за нарушение. Но не стоит огорчаться, вы, если забыли пароль, вы все-таки можете его восстановить. Первый способ — это нажать на вот этот вот верхний ползунок, введите телефон, почту, имя. Здесь вводите свой номер телефона, нажимаете «Отправить код», через несколько секунд вам приходит код, вы этот код вводите, затем сбрасываете пароль, придумываете новый, записываете и все. Или же вы можете через адрес электронной почты, тут также тоже точно так же написать свой адрес электронной почты, нажать «Забыли пароль», по почте восстанавливаете и все, придумайте новый пароль, и в принципе у вас все будет работать очень-очень классно. Также можете ознакомиться с восстановлением пароля, «Забыли пароль», там вам тоже могут подсказать. Вот так вот вы быстро и легко, в принципе, сможете восстановить любой пароль на своем ТикТоке, и это будет самое быстрое и самое лучшее. Всем добрейшего!